любая мысль, любое слово, в которое есть вера. А это доходит, это, знаете, это очень тонкий момент, и он автоматизирован. Мы иногда не замечаем, когда что-то произносим, что это было с верой произнесено. То есть это настолько уже не просто вера, это убеждение, это такая установка, она уже есть, она как будто бы твердая в уме. Ну, допустим, установка из разряда «дерево должно быть зеленым», «листья дерева должны быть зелеными». Это вот такая твердая убежденность. Ну да, ну в этой иллюзии же все такое. И точно, то есть это же вера, стопроцентная вера, что листья зеленые. Также есть другие вещи абсурдные, но в которых точно такая же стопроцентная убежденность, так же, как листья зеленые. Убежденность, например, у женщин может быть про внешность, определенная убежденность. Ой, там у меня маленькие сиськи. И с этим убеждением, вокруг этого убеждения, есть еще ряд убеждений. Мужчинам не нравятся маленькие сиськи. Когда-нибудь надо эти сиськи увеличить. Или еще что-то. С маленькими сиськами надо придерживаться определенного веса. То есть пошли убеждения. И они, в них идет стопроцентное верование, что маленькие сиськи, маленькие, да, дуальность снова, что это как-то идет оценка. Это хорошо или плохо, для кого-то хорошо, для кого-то плохо, оценка, верование. Все, и игра проигрывается. И таких игр тысячи, тысячи в одном дне проигрываются. Поэтому вот этот вопрос, кто я, он возвращает наше внимание к себе же. Эту тему понять умом, мозгом невозможно. Ее можно только прожить. Прожить, ощутить и исследовать. Вот единственная задача – это исследовать в своей каждодневности эти процессы. Смотреть, кому приходят эти мысли. Кто болтает. Кто сейчас болтает и трындит в моей голове. И сразу же останавливать. Вы останавливаете не саму мысль, там нет борьбы с мыслью. Идет остановка вашей реакции. Вы туда не вкладываете больше внимания. Себя туда не вкладываете. Вы останавливаете этот процесс. И все, мысль она есть, а завтра ее нет. В ту же секунду ее нет, вернее. Появляется что-то еще, снова, пока. До свидания. И так со всеми мыслями. Постепенно мысли будут, вы настолько будете их уже видеть, они будут тоже выборочно приходить уже. Или это будет крутиться просто вот фоново где-то что-то крутится, но ваше внимание туда не идет. Ну там, допустим, крутится, вы готовите еду, ужин. Завтра надо купить капусту, картошку. Окей, вы не пошли это обдумывать, как я буду покупать картошку, где я ее куплю, надо написать список, блин, надо заполнить это все. Не идет вот это. После картошки не идет разворачивание мысли о картошке. Вы просто вот настолько словите кайф от пребывания в ясности, это придет со временем, поэтапно. Дайте себе время. Это как бабочка, рождение бабочки. Вот люди, человеки, это гусеницы. Они в какой-то движухе все время находятся, что-то там шевелятся. Когда происходит пробуждение, а я-то вообще-то не гусеница, я-то я есть, я бабочка. И должен пройти этот этап, пока она в коконе полежит немножко, повисит в этом состоянии, пока идет раскрытие лепестков внутренних, пока идет вот это вот очищение, расширение, как угодно, вот в терминах ума. И потом вы разворачиваетесь в бабочку.